что очень много всего произошло. И продолжает происходить, причем, я думаю, что еще до Нового года. Ну, как актеру три проекта огромных, которые сейчас выходят по очереди. Это «Метро», «Бригада» и «Выжить после» сериал. И они все очень ответственные, очень волнительные, поэтому хочется, чтобы все хорошо было. Я дикий фанат Марвела, поэтому я дико жду вообще всех и «Авенджерс» продолжения. Я хочу, чтобы... Мне очень понравился «Человек-паук». Мне кажется, наконец-то они схватили комикс. Вот он такой должен быть. Вот не Тоби Магуайр, а вот этот парень. Он прям... Я очень боюсь, что сделает Дисней с Лукасом. Я дикий фанат, у меня там коллекция лазерных мечей дома и все. И когда я вдруг увидел эту фотографию, где стоит Лукас с грустным лицом, вокруг эти всякие Микки Маусы в костюмах джедая, это очень стрёмно, мне кажется.